Кажуть, якщо позбавити людину руху лише на один рік, вона наполовину втратить міцність свого скелету. Проте після 35-40 років кістки людини все одно починають втрачати свою міцність, втрачати свою щільність. Це незворотний природний процес, який тягне за собою чимало проблем. Чи можна відсунути цей процес ближче до глибокої старості? Як підтримати наші органи опори та руху і забезпечити їх тривале і злагоджене функціонування? Це можна зробити, зокрема, і з допомогою гелю з ламінарії матріламін. Ось про це ми й будемо говорити сьогодні. Вітаю вас, я Олександр Бутко, і це програма «Будьте здорові!». Наш сьогоднішній гість – провідний фахівець Сергій Іванович Чмельов. Вітаю вас, Сергій Іванович. Здравствуйте. А нашим глядачам нагадую, що спілкуватися із нашим гостем ми будемо у прямому ефірі. Тож, якщо у вас виникнуть запитання за темою нашої розмови, дзвоніть нам за номером 0800 50 13 66. Або ж пишіть на нашу сторінку в мережі Facebook. Ось так вона виглядає. Сергію Івановичу, сьогодні говоритимемо основним чином про судини і суглоби. Такі серйозні зони ризику у людському організмі. А от наскільки вони для людини є важливими і наскільки вони є ризикованими? Добрий вечір, уважаемые наши телезрители. На самом деле, да, опорно-двигательная система, она является одна из важнейших систем, одна из сложнейших систем по своему лечению, по восстановлению, по своему устройству. Ну и, конечно же, здесь мы можем сказать, что в мире заболевания опорно-двигательного аппарата занимают третье место. Поэтому это достаточно злободневное проблема, и я скажу так, что, конечно, с возрастом и все мы рано или поздно будем иметь нарушение работы суставов, да, и, соответственно, последствия. Но у людей это проявляется по-разному в силу многочисленных факторов. Но то, что исключительная важность и сложность самих заболеваний сустава, да, и обуславливает то, что раньше говорили еще древние, да, perpetuum mobile, то есть движение – это жизнь. Наскільки можна вплинути, наскільки справді можна відсунути вік старіння суглобів за допомогою сучасних методів оздоровлення і лікування? Ну, на самом деле, я искренне в это считаю, что современная медицина как раз и направлена на ликвидацию последствий. Последствий чего? Последствий несбалансированного питания, последствий неорганического питания, последствий сложных или тяжелых условий труда, ну и, соответственно, тех условий, в которых, собственно, развивается, да, и поддерживает жизнь человек. И поэтому, если мы говорим о возрастном цензе заболеваний суставов, и вообще заболеваний опорно-двигательной системы, мы должны прежде всего сказать, что в опорно-двигательную систему у нас входят кости, у нас входит межсуставная синовиальная жидкость, у нас входят хрящи, у нас входит позвоночный столб. Это все является опорно-двигательной системой. Кстати, скелет в среднем весит где-то приблизительно 17-18 килограммов, да, в зависимости от пола, да, и других признаков. И если же человек подвержен многим заболеваниям, а заболеваниям суставов во многом подвержены женщины, я бы сказал, что женщин чуть больше. И, конечно, это связано с родами и связано с постклимактерическими изменениями, которые происходят в организме каждой женщины. Что это за изменения? Дело в том, что после 45 лет есть такое заболевание, оно весьма-весьма болезненное, так называемый постменопаузальный остеопороз, который фактически каждую вторую женщину он преследует. И последствия от него очень-очень большие. На самом деле мы накапливаем свою костную массу в периоде с самого момента рождения и, соответственно, до 21 возраста у девушек, да, и до 24 в среднем лет у мужчин.
После этого есть какой-то участок стабилизации, где-то 4-5 лет, когда если человек не делает каких-то лишних движений в сторону, у него плюс-минус организм здоров, и процессы все протекают нормально. Где-то уже в 27-28 постепенно начинается процесс старения. Мы можем его не ощущать в течение 5, 10, 15 лет, это совершенно нормально. Но в дальнейшем, если мы допускали те ошибки, которые я назвал, да, то к 40 годам эти ошибки начинают постепенно себя проявлять. У женщин чаще всего проявляется после 45, то есть период гормональной перестройки. Соответственно, кость в этот момент, она теряет свою плотность. И я могу сказать так, что большинство женщин к 50 годам уже подходят к минус 30% костной массы. То есть мы об этом сказали, у женщин где-то 15-16 килограмм, соответственно, здесь имеем 3-3,5 килограмма, скелет он теряет. И поэтому после 40 лет, после 45 лет, даже если вы замеряете рост, как правило, на 2-3 сантиметра, в зависимости от вашего роста, ваш рост меньше. Это связано с тем, что уже есть потеря костная и потеря межпозвонков, да, то есть самой позвоночной ткани, в результате чего мы видим, что уменьшение костной массы и ее длины. Это та физиологическая особенность, которой можно управлять, можно восполнять дефицит того же кальция, того же фосфора, того же витамина D, того же микро- и макроэлементов. Но вся сложность лечения и профилактики опорно-двигательного аппарата состоит в том, что мы до конца не знаем, что мы принимаем. Это первое. Второе. То, что в основном, ну, процентов 85-90, все-таки в Украину попадают некачественные препараты для опорно-двигательной системы. Потому что эта система требует достаточно качественных заменителей исключительно природного происхождения. То есть, чтобы после 40 лет, соответственно, начинать потихоньку заниматься укреплением своей опорно-двигательной системы. Я очень часто сравниваю, если вы отъездили на машине 5 или 10 лет, и вам подвеска не причиняла никаких неудобств, материально не била вас по карману, то на 5-й, на 6-й год вам придется вкладываться в подвеску, потому что она будет изношена. То же самое с суставами после 40 лет. То есть до 40 лет организм вам служил, не означает, что в 41 вы уже больной человек. Нет, вы можете быть здоровым и в 50, и в 60, но тенденция от 40 лет больше и пристальнее смотреть на свои суставы, она, конечно, сохраняется. Недаремно саме для лікування кісток, суглобів існує стільки напрямків медицини. Да-да. Це і там і хірурги, ортопеди, фізіологічні, остеопороз і так далі. Чому саме кожну, скажімо, ділянку треба лікувати окремо? Ну, смотрите, на самом деле есть такая клеточная теория Вирхова, да, которая как раз и поделила, как мы часто говорим со специалистами, на удельные княжества наш организм. То есть такая система, есть такая. Безусловно, градация нам важна, но если мы говорим о качественном фундаментальном восстановлении и как поступают профессоры, академики, институты, мы говорим о комплексном цельном взаимодействии, то есть целостность. Мы можем систему рассматривать по отдельности, но только лишь при том условии, что мы видим картину в общем. К сожалению, моему глубочайшему сожалению, очень много некомпетентных врачей встречаем мы на данном этапе. Очень много, скажем так, бизнес-составляющих в назначении препаратов для суставов в особенности. Подтверждение тому масса. Прежде всего, приходит здоровый человек, относительно здоровый. Ему назначается терапия на месяц, потом на 3 месяца, потом на полгода. Через год он приходит к терапевту, тот уже больной человек. Вопрос, где он потерял свое здоровье в течение года? Ответ очень просто. Большинство препаратов опорно-двигательной системы разрушает слизистую оболочку желудка. Пагубно воздействует на поджелудочную железу. Не всегда совместимы с кишечником. И большинство препаратов, я это скажу с полной ответственностью, транзитом проходит через кишечный барьер. То есть не в состоянии усвоиться, а в состоянии, соответственно, что-то выведется, что-то еще останется. И поэтому заболевания, они сложные. И если мы классифицируем заболевания, то прежде всего мы должны их классифицировать на какие? На воспалительные и на воспалительные, перетекающие в дегенеративно-дистрофические заболевания. И поэтому всевозможные группы артритов, это все воспаления, связанные, все заболевания, связанные с воспалением сустава. И вот нужно разбираться, собственно, почему сустав воспален, что ему необходимо.
чаще всего он воспаляется, да, когда мы включаем агрессивные факторы, когда мы недополучаем питание, когда мы получили или перенесли травму, либо другие сопутствующие, соответственно, нарушения. Потому что даже есть инфекционные заболевания, и тот же перенесенный туберкулез, либо же другие инфекционные заболевания, также могут спровоцировать ряд заболеваний опорно-двигательного аппарата. Ну, навколо всього цього існує чимало міфів, і один з найбільш поширених, і я вважаю, що це саме міф. Щось заболіло, треба йти до мануального терапевта, який з допомогою масажу все це вилікує. Смотрите, да, есть, но отчасти я могу сказать так, что я не хотел бы мануальных терапевтов, остеопатов, да, сбросить со счетов. Это на самом деле хорошие специалисты в основном, которые долго этим занимаются, и они существенно помогают. Но они помогают именно во внешнем проявлении, то есть вправить тот же позвоночник, да, вправить сустав, сделать необходимую, соответственно, массаж, дать кровоснабжение к участку. Это очень важно, и это важнейшая, скажем так, составляющая любой терапии. Но я за комплексное восстановление. То есть внешне я ни в коем случае не отменяю, но я говорю о том, что сустав должен восстанавливаться изнутри. Потому что не зря кость у нас так сконструирована, что она состоит из 70% неорганических веществ. То есть это те вещества, которые нам даны, которые мы можем пополнять, и 30% тех веществ, которые мы непосредственно должны забирать с пищи. И проблематика заболеваний суставов связана прежде всего, да, с дефицитом и с невозможностью усвоения того же кальция, того же фосфора, того же витамина D, того же кремния. То есть есть элементы, которые необходимы для остеофикации. То есть без них не произойдет попадание в сам костный остеоид, в сам матрикс тех необходимых веществ. И поэтому человек может быть горстью принимать кальций D3, может принимать различные препараты, а результат будет не очень высокий. И эта проблема, она на самом деле очень глубокая, потому что сейчас специалисты не углубляются, усваивает человек этот препарат, не усваивает, что у него с кислотностью, да, какие у него заболевания есть желудка, вообще у него нормальная кислотность, либо понижена. А я бы это ставил уже на первое место, потому что часто при назначениях это грубейшие ошибки, и от которых впоследствии зависит уже сомнительный результат. Человек посадил себе внутренние органы, неважно, это желудок, печень, почки, а результат по суставам у него не очень высокий. Да, конечно, еще можно делать уколы, но все это терапия, я бы сказал, поддерживающее. А мы сейчас говорим о таких средствах, как матриламин. Это препарат заместительного значения. А это означает, что он в состоянии восстановить суставы, он в состоянии заменить дефицит элементов своим составом, потому что в состав этого препарата входит более 50 органических компонентов. И это необходимо и достаточно для комплексного восстановления суставов. То есть в кости подавляется воспалительный процесс. Таким образом, да, ингибируется рост воспалительных клеток цитокинов, которые отвечают за само, собственно, воспаление, да, и дальнейшее его прогрессию и протекание в организме. Это первая составляющая. Вторая составляющая часто очень пациентам объясняет это вот на пальцах. Когда вот у вас болит зуб, можно говорить о хорошем аппетите? Ну, я думаю, что никогда. Хотя, казалось бы, да, ну какая связь между ротовой полостью и желудком? Очень простая. Если нам больно, мы есть, скорее всего, не будем. Мы воздержимся. То же самое происходит и в суставах. Когда сустав воспален, ни о каком сбалансированном питании речи быть не может. Есть покраснение, есть увеличение температуры в этом очаге. Для чего? Организм пытается бороться. То есть он не пытается уже отвечать за жизнедеятельность сустава. Он пытается подавить это воспаление, инфекцию, это деструктивный процесс. И в этот момент кость начинает разрушаться быстро. То есть если не ликвидируется воспалительный процесс, если не нормализовать вовремя питание в кости, то тут и до инвалидности уже недолго. И такие заболевания, как коксартроз, оно и чревато тем разрушением. То есть нарушается геометрия самого сустава. Такое заболевание, как остеопороз, такое заболевание, как остеохондроз, да, это заболевание смешанной этиологии, которое еще вызывает нарушением водно-солевого обмена. И здесь имеет значение как и обмен веществ, собственно, так и рацион питания, что принимает человек, в каких условиях он работал. Поэтому заболевания опорно-двигательного аппарата, они достаточно сложные. И здесь необходима, конечно, консультация специалистов не менее получаса, для того, чтобы каждый конкретный случай, что называется, разобрать по косточкам,
выяснить первопричину возникновения. Бывает их несколько, но значит тогда нужно сформировать важнейшие первопричины и, соответственно, прописать алгоритм восстановления, который чаще всего не менее 40-50 дней, потому что суставы невозможно восстановить. Если вам кто-то скажет, что суставы там за 10-20 дней, не верьте ему. Меньше чем 40 дней вы не восстановите сустав. Есть поддерживающая терапия, есть обезболивающая терапия, она может действовать очень быстро, уже через несколько минут, к примеру. Но восстановительная терапия, она идет где-то примерно 45-50 дней. Связано это с накоплением веществ в самом костном остеоиде, связано это с подавлением воспалительного процесса, который тоже будет неделя-две недели, он подавляется. Если мы говорим, конечно, за органичное подавление, а не просто убить все живое. Поэтому это комплексная терапия, которая требует, конечно, индивидуальной консультации и назначения. Ну, зараз ми про феномен матриламіну поговоримо трохи детальніше, а я можу сказати, що звертатися за консультаціями для того, щоб порадили, як користуватися, розповіли, де можна придбати матриламін, гель для суглобів з хондроїтином та глюкозаміном. Можна за телефоном 044-596-05-96. Повторюю ще раз, 044 – це код Києва, і номер телефона 596-05-96. Сергію Івановичу, і... Ось виглядає таким чином. Це якраз базовий курс, да. Так. І давайте, власне, що таке матриламін, з чого він зроблений, як він діє на суглоби. Ну, на самом деле, основа матриламіна – це живая клетка ламінарі. Говорю специально, то есть не мертвая, не порошок, не просто ламинария, да, которую можно купить в супермаркете, но которая почти бесполезна. Это живая клетка ламинария. Почему? Потому что она собой представляет высокую питательную среду. Что значит питательно? На самом деле для многих, наверное, будет открытием то, что в организме человека фактически обнаружено уже 82 микро- и макроэлемента. То есть это означает, что если они есть в нашем организме, то каждый из них имеет соответствующий функционал. Да, есть так называемые эссенциальные микроэлементы, то есть жизненно важные, необходимые. Такие как калий, кальций, магний, фосфор, фтор, калий, магний и так далее. Сера, селен. Но есть и другие элементы, без которых невозможно протекание биохимических реакций и процессов. И поэтому ламинарий является... тем кладезем веществ по своей совокупности, превышающей земные аналоги. То есть в течение полутора-двух лет она впитывает фактически из физраствора, физраствором я называю кионическую среду, она впитывает эти вещества, соответственно, закрывает их тугой оболочкой и хранит себе. Нам необходимо, соответственно, собрать эти ламинарии, то есть срезать слоище ламинария с помощью специальной обработки с сохранением всех полезных веществ, раскрыть клетку ламинария, клеточное содержимое перевести, соответственно, в биоконтейнер и оставить в холодильнике, срок годности которого 4 месяца. То есть 4 месяца живет клетка ламинария, и фактически мы имеем прекрасную питательную среду. Это первое. Второе. Все восстановление матриламином я подразделяю на несколько этапов. Первый этап – это этап ассимиляции. То есть нам нужно насытить наши суставы тем же мелкодисперсным кальцием, который содержится в ламинаре, да, который не требует витамина D, другие формы кальция, которые в организм приходят в ионную форму и полностью усваиваются практически на 98-99%. Это высокая очень степень усвоения. И связано это с исключительной органичностью самого сырья. Это первое. Второе. Процесс диссимиляции. Мы сегодня с вами говорили, что за счет того, что наши пациенты залечены не всегда компетентными врачами и не всегда рабочими препаратами, у нас очень много остается еще в организме остатков. Если мы возьмем таблетку, то в таблетке в лучшем случае 5-7% действующего вещества. Все остальное это что? Это балластные вещества, это вспомогательные компоненты, это красители, да, и, соответственно, другие компоненты, которые непосредственно влияние не оказывают на сустав, но мы их принимаем. Поэтому можно смело сказать, что практически 80% веществ в таблетке, они вредны для нашего организма, но мы их потребляем, потому как это есть лекарственная форма, нам ее назначили, ну и поэтому такая низкая эффективность. Дальнейший путь пациента, он, как правило, чреват изменениями. Если, соответственно, не помогают таблетки, делаются уколы. Если не помогают уколы, делается блокада.
Как правило, блокада тоже не помогает, делается замена сустава. К сожалению, но если человек попадает в вот такой водоворот, то есть буквально год-полтора-два, необходимо, чтобы потом поменять сустав. Это один сустав. Замена сустава стоит у нас порядка 70-80, иногда и 100 тысяч, в зависимости от сустава. Гривен. Да. То есть это, соответственно, вещь дорогая. Ну, я не сколько за дороговизну, да, понятно, что нашим людям это тяжело позволить, сколько за то, что неизвестно, насколько он приживется, неизвестно, как в дальнейшем будет функционировать организм. Но самое, соответственно, еще тяжело, то, что это замена одного сустава. А мы должны выяснить первопричину возникновения заболевания. И благодаря таким препаратам, как матриламин, мы полностью наполняем наш опорно-двигательный аппарат, вы можете почувствовать, что волосы становятся густыми, ногти становятся твердыми. Да? Это подтверждение эффективности препарата. Как правило, таблеток этого не происходит. Почему? Потому что не усваивается кальций. Здесь кальций усваивается, я вам серьезно говорю, у нас многие женщины, которые до этого наращивали ногти, перестали наращивать. Даже у нас бывает там и в 20 лет, там, в 25 лет, то сейчас патологиями в молодом возрасте уже никого не удивишь. Почему? Потому что кальций в доступной форме, его много там, и он усваивается очень хорошо за счет присутствия еще не только микроэлементов, но и 20 аминокислот. То есть получается, аминокислоты превращают гель из ламинария в органическую форму. И эта органическая форма полкилограмма, это всего лишь одна банка. Представьте, сколько нужно сгрузить таблеток, да, чтобы получить полкилограмма. Не каждый даже организм в состоянии полкилограмма таблеток перенести. Это я специально говорю от того, что нужно организму и насколько нужно восстановить сустав. Мы это знаем, это примерно 1,5-2 килограмма матриламина необходимо. Также еще ударной силой в матриламине есть хондроитиносульфат и глюкозаминосульфат. Здесь бы хотелось бы остановиться более подробно, потому что источниками для хондроитина и глюкозаминосульфата служит крупный рогатый скот и акулий хрящ. Мы знаем и отвечаем за качество, потому что у нас поставки того же хондроитина и глюкозамина происходят с Германии. В Германии, как известно, в Европе один из лучших поставщиков хондроитина и глюкозамина. То есть там нет мела, там нет порошка. Я специально об этом говорю, потому что большинство наших телезрителей знают, что есть неэффективный хондроитин и глюкозамин. У нас 80% на рынке, но не знают почему. Потому что, уважаемые телезрители, его разбавляют с мелом, добавляют низкокачественный хондроитин и глюкозамин. Низкокачественного хондроитина и глюкозамина много. Почему много? Потому что очень много у нас есть фабрик по выращиванию птиц, кур. И, соответственно, их остатки, кости, клювы, лапы и так далее, они идут на переработку. И с этой переработки то также можно извлечь хондроитин и глюкозаминосульфат, и он получается дешевый. Но в нашем случае он для человека не полезный. Человеческий организм не может усвоить, как с точки зрения молекул, потому что молекулы несопоставимы с молекулами хондроцитов нашего опорно-двигательного аппарата, да, именно коленных тех же суставов, хрящей, вот, несопоставимы с одной стороны, а с другой стороны, само сырье некачественно, выращено на гормонах, и поэтому уже здесь нет никакой совместимости, и поэтому, когда человек приобретает за 200 или за 300 или за 400 гривен хондроитин и глюкозамин, поверьте, пользы там будет немного, то есть качественный хондроитин и глюкозамин стоит примерно от 1200 до 3000 гривен, это за минимальную баночку, за минимальную дозировку. Почему? Потому что сама технология производства, она весьма затратная, да, и она органичная. Поэтому очень много нужно переработать органического сырья для получения данного, соответственно, компонента. Но он бесценный, потому что благодаря нему восстанавливается хрящевая структура, а хрящ у нас это и любрикант, это и амортизатор, который служит, соответственно, нашим костями. И, соответственно, благодаря хрящу и нормальному функционированию межсуставной, так называемой синовиальной жидкости, и происходит сбалансированная и здоровая жизнь самих суставов. А у нас є телефонний дзвіночок, можемо послухати нашого першого сьогоднішнього глядача, який зміг дозвонитися до студії. Будь ласка, добрий вечір, звідки ви і що доброго ви хочете запитати? Вам. Доброго. Скажіть, пожалуйста, у мене коксартроз тазобедреного сустава. Чи поможе мені метроламін? Скільки стоїть на курс лікування? Воно ж, мабуть, таке дороге, що пенсіонер не зможе купити цей метроламін. Чи є пенсіонерам знижка? Хорошо. Ну, на самом деле, отвечу на все вопросы. Мы уже находимся с 2007 года, да, и у нас, ну, наверное, 80, может быть, 70% это пенсионеры.
и они у нас находят средства, да, для лечения. Я думаю, что мы сейчас не будем в программе говорить, сколько сейчас стоит и отопление, да, и машина угля, либо машина дров. Это все стоит несопоставимо с пенсией деньгами, да, но при этом, при всем, то есть народ со всей тяжестью пытается бороться за жизнь. И, к сожалению, да, можно только отметить, что хорошие препараты, да, они стоят средств. Потому что тот же матриламин, он с успехом поставляется в страны Европы. Он есть в Испании, он есть в Словакии, он есть в Польше, он есть в Германии. И поэтому это препарат мирового значения, и есть его форма артропласт. Вы также ее можете заказать, да, она также есть в Европе. Поэтому это препарат европейского значения. Я могу вам сказать, что если вы пройдете курс, то вы значительно укрепите все ваши косточки и суставы. Вы улучшите усвоение самих компонентов в кишечнике, потому что матриламин полностью проходит через гематоэнцефалический барьер. А это залог усвояемости и биодоступности. То есть он полностью проникает в суставной матрикс и оттуда идет восстановление. Он поддерживает естественную увлажненность хряща, потому что у нас между костьми находится хрящ. И хрящ не имеет кровеносных суставов. И поэтому, как, соответственно, он получает питание, если вот сейчас вот будут у нас праздники, то здесь хорошо холодцы. Но холодец не с курицы лучше, а как раз вот там, с телятины, да, с говядины холодец лучше, то есть с крупных, соответственно, костей. Тогда наш организм будет получать необходимое питание для его функционирования. И должно это происходить с возрастом, там, старше 50 лет, на постоянной основе. То есть не так, как у нас от праздника к празднику, а каждую неделю. И если это не холодец, это значит крепкий наваристый бульон. Не менее 2-3 часов бульон должен кипеть для того, чтобы с самой кости высвобождались эти вещества в бульон. И тогда этот бульон не только вкусный и крепкий, но еще и полезный. Поэтому касательно эффективности матриламина при коксартрозе, возвращаясь к вашему вопросу, эффективность его достаточно высокая. Здесь зависит от того, в каком состоянии у вас находятся суставы. Потому что очень часто суставы не прощают нам ошибок. То есть мы не говорим, что мы там, в 95 или в 100% случаев можем гарантировать эффективность. Многое зависит, примерно 30-40%, да, от состояния ваших суставов. То есть у вас коксартроз, у вас полиартроз, да, то есть на каких суставах у нас есть, на каких суставах у вас наблюдается уже прогрессия самого заболевания. Да, скорее всего, это не только коленные суставы, где еще, какие препараты вы принимали, какой был результат и так далее. И после этого, да, что вам рекомендовали, потому что после коксартроза часто рекомендуют блокаду. То есть блокада, происходит обкалывание больного сустава, больной не чувствует после этого боли, может спокойно наступать на ногу. Если у нее есть какие-то шишковидные образования, то не чувствует боли, но при этом сустав разрушается еще быстрее. И после блокады, как правило, говорят, вот вам, ну, необходимо теперь менять сустав, он уже разрушен. Разрушен, потому что отключался болевой порог с одной стороны, а с другой стороны не было питания вообще, то есть только снижалось воспаление, да, то есть только убивалось воспаление. И то не факт, потому что, как правило, противовоспалительные препараты, они делают местно. И в самой кости все-таки процесс воспалительный, он не прекращается, да, и ноющие боли в суставах, они преследуют. И сейчас, тем более зимой, почему это тяжелая пора для наших пациентов? Потому что большая нагрузка происходит, да, когда мы движемся по скользкой поверхности, неустойчивость, то есть мы не всегда в состоянии полноценно перенести вес на другую ногу. Мы имеем повышенную склонность к тому, чтобы упасть, а отсюда, соответственно, риск перелома там и так далее. Очень часто женщины имеют большой риск на перелом шейки бедра. Это очень тяжелейшее впоследствии восстановление, да, и многие восстановления, как правило, не любыми методами уже не подлежит восстановлению, да, то есть, да, там вставляют и саму головку, да, тазобедренного сустава, но при всем при этом я все-таки ратую обращаться вовремя, потому что именно вовремя мы вам можем максимально помочь. Если вы обращаетесь уже поздно, да, в любом случае эффективность будет. Не для пораженного сустава, так и рядом с ним еще есть суставы, которые также по цепочке будут поражены воспалительным процессом или самим заболеванием. Если вы остановите проистекание дальнейшего воспаления и разрушение костей других, то это уже успех. А с той костью, которая уже будет чрезмерно подвержена самому заболеванию, ну, будем уже с ней бороться, да, доступными методами, да, с того же ультразвука, да, с того же магниторезонансной терапии. То есть есть сейчас средства, есть способами
которыми можно локализовать эту боль, можно локализовать распространение заболевания. Главное это сделать вовремя и, конечно, главное это делать под наблюдением хорошего специалиста. Индивидуальные консультации с приводу застосування и придбания матриламину, гелю для суглобів с хондроитином и глюкозамином, можно отримати за телефоном 044-596-05-96. Еще раз 044-596-05-96. И у нас еще есть один телефонный звоночек. Будемо? Да. Так, будь ласка. Добрый вечер, мы вас чуємо. Злетів дзвіночок. Злетів. Ну, це не страшно. Чи була доведена ефективність матриламіну на практиці? Зокрема, його перевага над іншими способами доставки ліків в організм? Таблетки, капсули, спреї, мазі, уколи і так далі. Да, благодарю. Очень хороший вопрос. На самом деле, да. Самые популярные – это таблетки. Ну, я не сторонник таблеток, потому что они раздражают слизистую оболочку желудка, да, и потом вам придется лечить желудок. Это факт. Все пациенты со стажем, то есть от 2-3 лет, знают, что если они принимают терапию для облегчения боли в суставах, да, то, соответственно, желудок они себе существенно подпортят его работу. И отсюда недалеко до заболеваний самого желудка. Что же мы говорим по поводу самого матриламина? Во-первых, он щелочной, то есть это препарат и в гелеобразной форме, он щелочной. Он не раздражает слизистую оболочку желудка. Он мягко обволакивает сам желудок, да? Он отлично всасывается, то есть 20-25 необходимо минут для того, чтобы препарат полностью усвоился, да, и стал разноситься кровотоком. Поэтому сейчас гель – это, наверное, самая лучшая в мире форма, которая есть на данный момент. Почему? Потому что приорально, через ротовую полость, естественным путем он попадает в наш организм, через естественные барьеры, то есть такие как пищевод, такие как желудок, такие как кишечник, да, он уже, соответственно, через портальную вену, да, выбрасывается полностью по организму, да, то есть полностью по сосудам, да, и разносится, собственно, до самого очага воспаления. Поэтому здесь, конечно, преимущества этой формы, они существенны. Недостаток то, что нельзя взять с собой матриламин, да, и без сумки холодильника находиться там длительное время. Да? То есть препарат требует холодильника, потому что там нет сторонних консервантов химических, это первое. Второе, срок годности его 4 месяца. Поэтому ни одна аптека не берется за распространение данного препарата. 4 месяца – это очень мало. На что мы отвечаем? Что мы не будем менять срок годности. Если природа так уготована, 4 месяца, да, ламинария может жить, значит, 4 месяца она будет жить и у нас. Потому что для нас самое главное – это донести с океанической среды, с японского моря, да, эту ламинарию, эту живую клетку, донести до организма человека и тем самым поспособствовать его восстановлению. Касательно клиники, конечно, она, безусловно, была. О хондроитине и глюкозамине я не буду говорить больше, потому что все знают, что тот же хондроитин – это водяной магнит. Он удерживает жидкость в хряще, он препятствует иссыханию, он препятствует растрескиванию самого хряща, которое очень часто бывает, эрозии хрящевой ткани. Это важные проблемы, которые не обсуждаются, но которые матриламин по умолчанию уже решил. Да? Дальше, для позвоночного столба – это также хороший препарат, который содержит много кальция, который имеет биодоступность свыше 93%. Вот об этом нужно говорить, когда мы говорим о эффективности. Говорим о препарате, потому что работает отдельные звенья, потому что в основном химические препараты, они действуют патогенетически, то есть направлены на различные звенья заболевания, там, снять боль, снять покраснение, там, улучшить кровообращение, да, но в целом на систему это не работает. А так как это не работает, да, то нет отсюда ни хорошего результата, ни пролонгационного эффекта. После, соответственно, прохождения полного курса, это от 4 до 6 упаковок. Опять же, 6 упаковок – это уже тяжелый случай. Некоторым людям хватает и 3, и 4 упаковок, да, но все-таки я ратую это 4, 5, 6 упаковок, потому что он усваивается и распространяется полностью на весь скелет, то есть на все эти 17-18 килограммов костной массы, которые у нас с вами есть. И 4 килограмма, или точнее не 4 килограмма, а 2,5-3 килограмма – это не настолько много для 17 килограмм, потому что еще есть нарушения в работе и кишечника, и самих суставов там, и так далее. Касательно специальных предложений, то есть нас для ветеранов войны, труда, для людей, имеющих инвалидности, у нас
сохраняется специальное условие, ну, к сожалению, только на 12 часов после выхода программы. То есть у нас есть порядка там 15-20 льготных курсов, поэтому если вы успеете сейчас дозвониться, да, и сможете там от 20 до 30% у нас есть какие-то льготных категорий, да, препарат, я не скажу, что он дешевый, но он гораздо дешевле, чем операция. Курс может быть и 4000 гривен, и 5, и 6, или наоборот 3000 гривен, то есть в зависимости от того, какими заболеваниями вы обладаете. Потому что очень часто пенсионеры говорят: ой, это дорого. Ну, если мы будем говорить так же, как и вы, то есть, ой, у вас коксартроз, ой, у вас полиартроз, ой, у вас подагра, ой, у вас остеохондроз. Вы уже здесь наговорили на вот такую сумму. Мы так не говорим, мы совершенно понимаем, что человек, наверное, не от хорошей жизни обратился к нам, у него нет сейчас специалиста, нет квалифицированной помощи, наверное, разуверился в традиционной химической терапии, понял, что спасение утопающих – дело рук самих утопающих, обратился к нам. Ну, конечно, что мы не люди, мы не пойдем навстречу данному человеку. Если даже нет льготной категории сейчас, мы некоторым людям говорим, что подождите, вот, возможно, что-то появится через некоторое время, если вы не можете себе этого позволить, да, потому что мы стараемся с пациентом найти общий язык. Для нас самое главное – это предохранить сустав от дальнейшего разрушения и уже начинать работу с тем, что хоть как-то осталось здоровым. Потому что если вы позвоните там в 30 лет или в 35 лет, да вам хватит одной упаковки для профилактики, и вы забудете уже о тех нарушениях. У нас очень много спортсменов, которые тягают штангу, которые занимаются силовыми единоборствами, которые принимают данный гель для снижения воспаления в суставах при травмах, да, при ударах, при растяжениях, потому что он еще хорошо помогает лицам при после переломов, потому что после переломов у нас у людей только одна, к сожалению, теория, это нужно принимать творог, это нужно принимать биологически активные добавки и, или витамины. Витаминов натуральных попробуйте найдите, я лично буду клиентом, если вы мне натуральные абсолютно витамины предоставите, это первое. Второе, попробуйте сказать, что творог всегда и у всех усваивается, он нужен, и я сам люблю творог, но после 40, как мы знаем, не все люди могут воспринимать нормально молочные продукты и так далее. Там у некоторых аллергия на казеиновый белок, либо на усвоение. Вот, то есть это все индивидуально, поэтому, пожалуйста, обращайтесь к нам. То есть если у вас есть какая-то индивидуальная ситуация, которая вам не позволяет там сейчас пройти курс или позволяет курс пройти по другой схеме, мы понимаем, что сейчас грядут длительный период праздников, да, декабрьских и январских, и поэтому это все накладывает отпечаток. Но запомните, что за каждую ошибку расплачиваться будете именно вы, потому что именно вы должным образом не прореагировали на те болевые ощущения, на те изменения и кожного покрова, да, и те ощущения, которые вы испытывали долгое время, принимали обезболивающие таблетки, мази. Мази местно устраняют, конечно, симптомы, но внутри до кости никто не добирается, никто не смотрит, что же там творится в кости, какой там идет процесс разрушения, почему там температура выше, чем 36,6, что происходит при температуре 37 или 38 градусов самой костной ткани. Об этом мало кто знает, а вы позвоните, узнаете, мы вам расскажем. А, думаю, тоді доречно буде ще нагадати телефон, за яким можна звертатися з приводу матриламіну, гелю для суглобів з хондроїтином та глюкозаміном. Цього разу я вже буду називати мобільний номер телефона. 067-441-86-54. Ще раз 067-441-86-54. І в нас є, до речі, відгук людини, яка вже намагалася позбутися своїх проблем за допомогою матриламіну. Давайте подивимося зараз. Случай очень был такой тяжелый, когда после больницы сказали врачи, что я буду постоянно ходить до самой смерти на костылях. Как-то лежа я услышала информацию об этой продукции и решила заказать. И вот на протяжении 10 лет сначала я принимала ламинарин. Потом, значит, смотрю, улучшилось состояние здоровья, стал как-то тонус в организме повысился, все. Я решила заказывать каждый год, в основном по курсу я прохожу. Дальше начала принимать макриламин. И сейчас я отбросила костыли и хожу, и продолжаю принимать эту продукцию. Сергій Івановичу, скажіть, будь ласка, можна говорити про те, що значна частина препаратів знімають симптоми, а матриламін
власне, діє для усунення причин. Вы знаете, об этом не то, что нужно говорить, 90%. То есть 90% препаратов, как я сказал, да, они имеют либо казуальное, либо патогенетическое воздействие. Да. В нашем случае мы имеем дело с заместительной терапией. То есть мы вносим те вещества, в которых нуждается кость. С одной стороны, мы забираем остатки веществ, это диссимиляция. В нем в геле отвечают альгинаты, либо соли альгиновой кислоты. Это самый лучший природный энтосорбент. Да, мы забираем. Ну и, соответственно, те компоненты, которые есть, они еще и биорегуляторного действия. То есть они улучшают усвояемость процесса в кишечнике. Очень часто люди нам звонят, что куда-то пропали запоры, куда они исчезли. Очень просто. Нормализовалась перистальтика кишечника. Потому что гель, он мягко действует на слизистую оболочку, да, того же кишечника, способствуя ее расслаблению и освобождению. И, соответственно, альгинаты не в состоянии связывать, да, и переводить в водонерастворимую форму вещества токсина и естественным путем скаловыми массами сбрасывать это с организма. Поэтому это очень важно, да, и очень важно, что невозможно, чтобы человек, допустим, прошел 4-5 упаковок, да, и у него абсолютно нет никакого результата. Если вы сейчас забьете в интернете, да, то вы увидите, что от традиционных препаратов каждый второй человек пишет, что вот не почувствовал эффекта. Здесь невозможно. Потому что если вы сдадите анализ, да, он, кстати, не дешевый, где-то порядка 3000 гривен стоит, анализ на содержание микро- и макроэлементов, то вы увидите ваше состояние даже после одной банки геля. У нас очень часто, так как мы 12 лет уже, да, на рынке Украины, у нас собаководы очень часто берут даже, казалось бы, зачем такой недешевый продукт собакам? А для того, чтобы побеждать на выставках. Потому что, когда ты даешь органичный продукт, то шерсть, она тоже начинает блестеть, так как ни одна химия эту шерсть не сделает. То же самое происходит с нашими волосами, да, то есть даже улучшение кожных покровов, да, волосяных покровов происходит. Некоторые даже отмечали, что пропадают седые волосы там и так далее. Почему это происходит? За то же содержание меди, других элементов. То есть на самом деле наш организм — это прекрасная эволюционная машина. Но в результате того, что мы так халатно к себе относимся, часто пьем кофе, но не часто пьем напиток из сухофруктов, узвар, ряженку там и так далее, да, я говорю именно сейчас о всех категориях населения и более молодых. И поэтому к 40-50 годам мы расплачиваемся за вот эти нарушения, нарушения пищевого поведения. И поэтому, принимая матреломин, он нивелирует эти нарушения. Он поможет вам хорошо спланировать беременность. Почему? Потому что сейчас не секрет, что сейчас не просто девушкам стало сложнее рожать, но еще сам скелет ребенка, да, уже имеет нарушение только на стадии его появления. Почему? Потому что дефицит был у матери, потому что мать имела вредные привычки. Курила, пила, соответственно, не вносила в организм полезные вещества, вносила там вещества в основном вредные. И поэтому как продукт ребенок матери такой, да, он уже имеет эти заболевания. И поэтому, если у вас есть схожие также вот нарушения, то нужно, конечно, обратиться, и этот продукт, он поможет избежать многих последствий, потому что он в состоянии восстановить опорно-двигательную систему. В тех случаях, когда это невозможно, мы так и говорим, что мы рекомендуем операцию, мы рекомендуем сделать необходимые исследования, мы рекомендуем сделать операцию, потом к нам, да, обратиться. Почему? Потому что остались те суставы, за которые еще можно побороться. Потому что бывает, человек сделал операцию, он ходит с палочкой, но он уже не хочет ходить со второй палочкой. И он начинает принимать матреломин. Он начинает прислушиваться к тем рекомендациям, которые дают наши высококвалифицированные специалисты. Поэтому нет безнадежных ситуаций. Безнадежная ситуация у вас заканчивается с того момента, когда вы наберете наш номер. У нас горячая линия по всей Украине, специалисты перезванивают. Консультация для вас бесплатная, прошу отметить. Они 700-800 гривен и не 1000 гривен, которая сейчас существует, консультация специалистов по Киеву, к примеру, да, в частных клиниках. Потому что наши специалисты, они не уступают по знаниям. И поэтому вы можете уже даже на консультации заработать. Мы так и говорим, что обращайтесь, да, у нас консультация, она бывает 5 минут, бывает 10, бывает полчаса. Все в зависимости от того, с каким багажом заболеваний вы к нам пришли. Ну і ще раз нагадую номер телефону, за яким можна звертатися з приводу матреламіну, гелю для суглобів з хондроїтином та глюкозаміном. Це 067-441-86-54. Повторюю, 067-441-86-54.
є ще чимало питань, зокрема щодо сумісності цього гелю, але, на жаль, у нас вже залишається буквально півхвилини до завершення ефіру. 15 секунд для заключного слова. Давайте постараюсь все-таки виділити недостатки, їх дуже мало. Он практически совместим со всеми препаратами, потому что препарат, подчеркиваю, абсолютно органического происхождения. Аллергия – это на органические соединения йода. Это единственная аллергия. Она встречается крайне редко. Примерно один человек на 1000, либо один человек на 1200 людей там, и так далее. Она очень просто проверяется. И поэтому, если вы аллергены, тогда он принимает совершенно по другой схеме. А за дополнительную информацию уже обращайтесь к нам непосредственно. Дякую. Це була програма «Будьте здорові». Наш гість, провідний фахівець Сергій Іванович Чмельов, провів програму Олександр Бутко. До нових зустрічей.